ученица Зареченской детской школы искусств Маша Рыбалка и ее педагог Оксана Васильевна Гладкова проводят за инструментом немало времени. Результат упорных занятий – победа на фестивале-конкурсе юных пианистов имени Алексея Насеткина. Мария стала лауреатом первой степени. Последний конкурс, в котором я участвовала, проходил дистанционно, в дистанционном формате. Как и большинство конкурсов в последнее время, я играла с преподавателем. И на самом деле мне больше нравится играть с преподавателем, чем с учеником в ансамбле. Из-за того, что он может тебя как-то подхватить, поддержать. Пианино, ноты и самое главное – желание. Занятия каждый день по 2 часа, домашние задания и разбор полетов. Пятиклассница уверена, что самое главное – трудиться. В 10 лет она пошла в музыкальную школу и с тех пор с пианино не расстается. Преподаватели считают Марию одной из лучших учениц. Я понаблюдала за Машей, за ее коммуникабельностью, за взаимодействием с другими девчонками в фортепианном ансамбле, подумала, почему бы и нет, собственно говоря. Вот, и мы как-то влились в это дело. У нас потрясающие просто иллюстраторы, наши преподаватели школы, которые помогают нам в этом деле. И я считаю, что Маше очень повезло. Она себя чувствует очень легко, комфортно в игре с ними. Публичные выступления – это то, что сейчас необходимо развивать, считает педагог. Ну а пока Мария будет участвовать в районных конкурсах «Одаренные дети Подмосковья» – главная цель года для юной пианистки. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».